Всем привет! Вы на канале Zord Game, и мы начинаем. Всем привет! Сегодня посмотрим видео, как я стал анимешником. Давайте посмотрим. Мама, я должен тебе кое в чем признаться. Я смотрю японские мультики. Аниме не мультики. Всем привет! Погодите, не паникуйте. Да, я немного сменил стиль, так как в недавнем голосовании за это было отдано больше всего голосов. Но если что-то не так, мы все легко исправим. Тут вот ссылочка на голосование. На самом деле я потратил на это кучу времени, так что надеюсь, вам понравится. А сегодня я расскажу вам, с чего начинался мой путь ниндзя и до каких аниме я так и не добрался. Ну а если вы не хотите пропустить ни одну новинку, то рекомендую вам приложение Аниме Амино, в котором и выкладывание по рецепту сейчас проводится. Нужна сплошная годнота, советую. Ссылочки на Амино и подробности. Мое знакомство с японской анимацией произошло, наверное, как у многих детей 90-х, только не смейтесь, Sailor Moon. Дети, я приготовила вам печенье. Не, ну да, Sailor Moon, думаю, все видели. В детстве я и не подозревал, что смотрю аниме, думал, это обычный мультик. А чуть позже стали выпускать, что это обычный мультик. Один из самых популярных тайтлов и по сей день — покемонов. Кто сейчас их смотрит и не в курсе, представьте, в России они идут аж с 99-го года. Эх, почувствовал себя старым. На то время это был какой-то феномен. О них говорили все, везде были наклейки с покемонами, вкладыш в жвачках. Фишки были, да. Мне да. На то время было около 10 лет. Даже карты в связи есть. С тем, что альтернатив практически не было, покемонов смотрели все. В 2004 году в России начали транслировать еще и Шаман Кинга. Да, кто-то пересел крутое. На него, но мне, честно говоря, не зашло, даже не помню почему. На самом деле, культ аниме в России начал распространяться относительно недавно. Лет 15 назад я еще не знал, что значит атаку и что такое косплей, а сейчас... Мой же первый мультфильм, смотря который я полностью осознавал, что это именно аниме, то есть японская мультипликация, Наруто, наверное, был «Унесенные призраками». Нет. Да и вообще, Хаяо Миядзаки красавчик. Столько красивых историй подарил мультик, нам в детстве. Да, многие его мультики мне нравились больше диснеевских. Но годы шли, вместо оригинальных полнометражных аниме стало все больше появляться бесконечных многосерийников. А на сегодняшний день найдется аниме на любой, черт подери, абсолютно любой вкус. Есть ужасы, драмы, фантастика, комедия, хентай в конце концов. Но с охватом большей аудитории вылезла новая болячка, которую в простонародье кличут фан-сервис. Печально осознавать, что большинство современных аниме создаются только с целью заработать на неокрепших умах детей и великовозрастных хикикомори, которые будут смотреть любую фигню, лишь бы показали трусики главной героини или как очередной ГГ упал на тяночку и схватился ей за грудь. Поэтому в нынешних реалиях, если выходит что-то действительно оригинальное и стоящее, то оно мигом обретает популярность. Увы, в последнее время я стал реже смотреть аниме, отчасти дело в причине, озвученной ранее, а отчасти я стал очень избирательным. Мне перестали нравиться бои на роботах, сражения с драконами, комедийные сериалы, хотя ну, так, аниме и раньше не особо нравились, все из-за переизбытка того же фан-сервиса. Сейчас уже мне нравятся более душевные, красивые аниме с хорошим оригинальным сюжетом. Да, или да, аниме, да, в которых просто очень крутая анимация и боевка, такие как One Punch Man. Я, допустим, так и не смог досмотреть популярные нынче «Милый во Франксе», «Оверлорд», «Токийский гуль». Я не говорю, что это плохие сериалы, кому-то нравятся, просто мне они не по душе. Хотя при этом в свое время я посмотрел всего «Наруто», больше 600 серий. Больной ублюдок. А вот небольшой список аниме, которые мне действительно понравились в свое время. Это все мультики Хаяо Миядзаки, Ди, охотник на вампиров, Акира, Евангелион, Хельсинг, Стальной алхимик, Тетрадь смерти, Город, в котором меня нет, Твое имя, Ван Панчмен, Моб Психо 100, Призрак в доспехах, Психопаспорт, Гинтама, да блин,
Зря я это затеял. При всем желании не смогу перечислить все. Так что остановимся на этих. И не надо писать, а где же то или другое аниме. Лучше просто порекомендуйте их в комментариях. Также есть куча популярных тайтлов, до которых я так и не могу добраться. Например, Резеро, Богиня благословит этот мир, Семь смертных грехов и так далее. Как вы поняли, это либо гаремники, либо фэнтези, либо гаремники фэнтези. Но вот нету у меня тяги к подобным жанрам. А вообще, я убежден, что люди, которые говорят «аниме нравится только детям и извращенцам», просто не видели достойных представителей этого жанра. Вы многое потеряли, ребята. Думаю, на сегодня хватит. Если вам понравился ролик, не стесняйтесь, ставьте лайк. А если вам понравился канал, подписывайтесь, говорят, это полезно для здоровья. На этом все. Смотрите только хорошие аниме. Пока-пока. Человек, твой ролик быстро закончился. Что, даже не успел посмотреть его, как будто. Затянул прям ролик. Ну да. Мне понравился ролик, а вам понравился, нет? Напишите ниже в комментариях. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. А что думаете вы? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро будет новое видео.